Обманутым дольщикам Тольятти снова придется подождать. Сроки завершения строительства нескольких домов переносят на следующий год. Об этом стало известно на заседании межведомственной комиссии в правительстве региона. Однако времени остается все меньше. До 2015 года все проблемные объекты должны быть сданы. Такую задачу поставил губернатор. Успеют ли, пыталась понять Дарья Болгова. Этот дом, согласно докладу руководителя департамента строительства Тольятти, готов на 99%. Однако на межведомственной комиссии его быстро поправляют. Работы на объекте еще много. Нет даже утепления с 1-го по 6-й этажи. Об акте итоговой проверки и речи не идет. Тот материал, который зашел на экспертизу, не поддается никакой критике. Никаких расчетов, никаких конструктивных чертежей нету. Похожая ситуация и с другими объектами долевого строительства. Те, что должны были сдать в этом году, переносят на следующий. Причин много, и везде они разные. Недострой, судебные разбирательства с банком, незаконная продажа квартир, нехватка денег в городском бюджете. Хотя из областного бюджета на решение проблемы и не только это, и выделяются значительные суммы. В совокупе посчитать, сколько же область, губернатор отдает в помощь развитию территории Тольятти и в медицине, и в здравоохранении, и в образовании, и на ремонт, реконструкцию дорожного полотна. Это и жилой фонд, маневренный фонд. Мы сегодня вам делаем приоритет огромнейший. А времени на сдачу объектов остается все меньше. Согласно поставленной губернатором задаче, решить проблемы обманутых дольщиков полностью должны к 2015 году. Но здесь дело не в деньгах или ограниченных сроках. Жители зачастую ждут, когда купленная ими недвижимость наконец-то станет законной. Дарья Болгова, Александр Каракулько, новости губерния.